Жизнь такая хрупкая и такая прекрасная. Яркая и неповторимая. Жизнь течет, меняется, но остается восторг и удивление перед ее красотой, величием и непостижимостью. Это одна из красивейших территорий земли, российской, русской земли. И она одна из территорий, которая сохранила экологический баланс. Мы находимся между двумя крупнейшими мегаполисами, и здесь у нас оазис. Сохранение вот этого баланса считаю важнейшей задачей всех органов власти. Но это можно решать, если ты любишь эту территорию, и если ты хочешь, чтобы здесь людям было хорошо. Мещера – это частичка нашей души, огромный цветастый ковер, каждый клочок которого представляет собой отдельную экосистему. И как раз вот на границах этой системы происходит вспышка жизни. Мещера – это наша генетическая матрица фактически, потому что у каждого народа есть тот ландшафт, в котором жили предки. Одним из главных подспорьев для их жизни – это была рыбная ловля. А какая рыбная ловля без лодки? Сохранилась технология изготовления лодок-долбленок еще начиная с времен среднего каменного века. Очень гордимся, что вот мы не даем вот этому лодочному промыслу умереть. Именно это место для национального парка выбрано не просто так. Экспертиза международная, которая проводилась в 92-94 годах, было установлено, что потоки воздуха, которые идут от болот, мещеры, от водной поверхности, они создают такой эффект зонтика, который не дает оседать пылевым частицам, которые несут радионуклеотиды, тяжелые металлы именно в этой местности. Забирая анализ проб из наших озер, с удивлением пришли к выводу, что они такие же чистые, как высокогорные озера Шотландии. В отчете было так и сказано, что пока существует болотная система Мещеры, вот эта часть Центральной России, она будет в относительно благополучном состоянии находиться с точки зрения экологии. В марте следующего года будет как 30 лет, как я сюда приехал. Прикипел уже как-то к этому озеру. Не зря поется Колдовское озеро. Это Кшара тоже Колдовское озеро. Каждое десятилетие глубина его меняется. Но по старым справочникам даже 90 метров было. Ну, живое оно, дно проваливается, замывается. Вода чистая. И люди говорили, я по себе знаю, такая вода заживляющая. Озеро Рица в миниатюре. По чистоте воды не уступало оно. Заказник Клязьминск-Луцкий создали. Больше порядка стало на озере. Чище берега. Ну, такое торжественное бывает, когда тихая погода, вот, и такое солнце выходит, и все кругом красное становится с утренней заря. У меня такое желание, но я не умею играть на трубе. Когда вот всход солнца, вот так топ сыграл, вот, сочеталось бы здорово. Ну, я счастливый человек. Судьба меня свела с этим озером Кшара. Я здесь прожил 30 лет. Я и когда сюда приехал, еще говорил всем, что я сюда приехал, ну, до конца. Красота Владимирской области, она уникальна. С 1997 года мы проводим ежегодно экспедиции
детские, студенческие экспедиции по изучению флоры и фауны Владимирской области. В наше начинание многие не верили, особенно специалисты говорили, что будет профанация. Любую находку у нас перепроверял специалист. И мы не ставили ведь главный вопрос – сделать открытие. Важно что, что когда ребенок идет, он, во-первых, познает природу, он учится методикам, прививается любовь к открытиям, насколько это важно. И самое главное, дети очень гордятся, их вклад в решение экологических вопросов есть, а это важно. И я сегодня с уверенностью и с радостью, с гордостью могу сказать, что очень многие результаты экспедиции, они вошли в основу Красной книги Владимирской области. Мультик важен каждый. Мы снимали мультфильм о животных и растениях Красной книги. Лепили мы около полугода и также снимали. Так что, в общем-то, все заняло около года. Наш мультик поучаствовал в фестивале «Древо жизни». Он очень понравился главному жюри. Самые активные 10 человек попали в Артек. Важен и вправду каждый человек и каждый зверь. Эко-школа – это интенсивный курс на 2 недели, в котором дети каждый день встречаются с разными людьми. Мы договариваемся и с фотографами, и с журналистами, и с экологами. Мы объясняем, например, кто такой эко-лидер. Мы показываем им вдохновляющие примеры детей их возраста, которые меняют уже мир. Мы прививаем какую-то привычку. Нам часто дети рассказывали о том, что я прихожу и говорю родителям, давайте мы будем выключать воду. Но мы при этом настаиваем, чтобы они не были агрессивными лидерами. Мне кажется, это здорово, когда ты видишь, что какие-то идеи, какие-то мысли, которые тебе пришли от мудрых людей, ты можешь передать следующему поколению. Мы находимся в уникальном месте города Владимир. Это зеленый уголок, зеленая лаборатория. Это старинный патриарший сад, где проводятся различные опыты. Ребята выращивают более 1000 видов, сортов, разновидностей растений и потом представляют результат своего труда на различных выставках, конкурсах. Светлана Юрьевна Орлова очень поддерживает все инициативы наши. Благодаря ей идет бурное развитие сада. Появились новые лестницы, площадки, фонтаны, беседки. Появилась дорога для маломобильных людей, строится конференц-зал, новый учебный корпус, оранжереи, теплицы. С июня месяца в Патриаршем саду организована инновационная площадка федерального значения при Российской академии наук. От нас с вами зависит, какое будущее мы оставим следующим поколениям. Мы всегда думали, что мы оставим много запасов нефти и газа, но это не главное. Мы должны оставить экологически чистейшую территорию. Нам удалось очистить и Судогду, и Колокшу, и реку Серую, и Клязьму. В ближайшее время у нас будет сдаваться завод, где будут производиться автобусы на газомоторном топливе. Мы сделали сейчас мощнейшие фильтры в России. Это наш завод мембранной технологии «Роснано», который поставляет уже фильтр в 37 стран мира. И сейчас большой контракт у них будет с Крымом после поездки нашей делегации в Крым. Мы сегодня осветили 12 наших городов и районов уже по энергоэффективной технологии. Конечно, мы проводим сегодня огромную серьезную работу, то, что касается отходов. Такие заводы, как наш, не допускают на полигоны для размещения до 65% отходов, получая вторую жизнь, вторичную переработку. Все они разделены на 4 огромные группы. Это полимеры, это стеклобой, это металлы черные цветные и это макулатурные фракции. И отправляются на заводы по переработке. На нашем производстве мы выпускаем 2 типа продукции. Это волокна регулярные, которые используются для текстильных и нетканых материалов, и волокна полы, которые используются в качестве наполнителя, например, мягкой мебели. Суточная производительность доходит до 100 тонн волокон. Это 2,5 миллиона пластиковых бутылок, которые ежедневно бы оставались на наших полигонах. Главной экологической составляющей нашего производства является его безотходность. Все обрезки картона мы перерабатываем на наших технологических мельницах и выпускаем литую тару для птицефабрик. Также для производства этой тары мы закупаем макулатуру по всей России. Такая политика не только позволяет снизить затраты на производство, но и сохранить наши леса. Чтобы вырастить дерево до возраста его спелости, он у нас сосна и ель рубится с 81 года, береза 61 года, осина 41 года, не хватает человеческой жизни. Работала 47 лет, лесов очень много посадила и вырастила. Результат увидят внуки, правнуки уже точно увидят. И в 13 году организовался Ковров леспром, и в 13 году построили уже вот первые 4 теплицы.
Здесь ежегодно выращивается в пределах 4 миллиона сеянцев. Приятно работать с такими арендаторами, которых цель не то что схватить, урвать больше и уехать, а главное, что после себя что-то оставить. Владимирском ополье, вот здесь у нас укоренилось такое понятие, как юрьевский чернозем, и называют северной Кубанью. А на Кубани так говорят: палку воткни и будет расти. Занимает она 10% Владимирской области, но производит 70% сельскохозяйственной продукции. Вот такой здесь высокий потенциал. Имеются ограничения использования в дозах удобрений, жесткие инсектициды не используются. Конечно же, у нас экологическая чистая продукция, и это наша большая ценность. Вы знаете, что существует гастрономическая карта, фермеры прославились наши, которые это производят. Это действительно вот объективно созданы такие условия для развития. Вы знаете, что Суздаль – это столица огуречная. Это не случайно, потому что огурцы, хрен поставляли даже на царский стол. Поэтому не случайно музей-заповедник у нас вот взял это за основу, оно имеет исторические корни. Владимирский регион богат заповедными местами, и мы используем эколого-просветительский потенциал этих мест для того, чтобы развивать экологический познавательный туризм. Это Дюкинский заказник в Судогодском районе, там тренируются юные альпинисты на отвесных скалах Дюкинского карьера, где можно увидеть Нитянту Клобучкову и Венерин башмачок, которые занесены в Красную книгу Владимирской области и Российской Федерации. Лысая гора в Гороховецком районе, которая расположена в границах Клязьмско-берегового заказника. И ежегодно тысячи людей приезжают, чтобы поучаствовать в фестивале авторской песни «Макушка лета». Это, конечно же, тропа Великого Бизона, где мы демонстрируем великого, большого и могучего зубра европейского на территории Клязьминско-Лугского заказника. Уже четвертый год на территории Владимирского региона проходит уникальный проект «Музыкальная экспедиция». Он организовывается на открытых площадках, на самых красивейших местах Владимирской области. Наши реки, наши озера – наши города, они тянут сегодня туристов. Люди хотят жить в наших местах, потому что здесь очень хорошая экология. Экология – это здоровье, экология – это будущее, экология – это страна, и экология – это развитие страны.